Угу. Да. А, да. Ну, ну и что? Вот, и короче. Питание для меня. Самый раз. Ну. Жвачка. Так ты будешь мне рассказывать? Да, буду. Или ты стесняешься? Я стесняюсь. Ну, буду, да? Да, буду. Ну, подожди тогда. Я вообще стесняюсь. Ай! Ну, когда я приехала, это было, да. И тут потом куда-то это все исчезло. Так. И. В общем, то аура, это аура. Ну, было в Фикспрайсе покупать. Все закончилось. Мамочки. Так все слышно, видишь? Так что? Да, не успела я сходить. Мартовская рыбалка. Поднимаемся, у нас пошла. Пошли поля какие-то. Такой вот Ставропольский край. В марте месяце. На самом деле я там не снимала, сейчас на озере были. Этот машины, люди ловят. Водохранилище. Ищу места на лето, чтобы где-то купаться. Моря ж нету, а я не могу без моря. Родилась на море и теперь ищу места. Платные есть всякие, но я не привыкла. Платно снимать, оплатить за покупаться в море и в воде, то есть я так не привыкла, и поэтому еще какие-то места бесплатные. Поэтому, блин, прикольные пирожные, как они называются, клубничка. Ну вот, теперь ты попробуешь мой салат, может понравится, сырный. Да, вообще обожаю. Улитки по-корейски. Да. Все. А вот еще что-то есть у нас тут, да, брыз? Лейс. Ой, мамочки. Сразу. Угу. Эту штуку я люблю. С пивом. Хлеб. Это пиво я вообще никогда не пила. Ты мне вообще об этом никогда не рассказывала. Оно темное, что ли? Светлое. А, написано светлое, да. Клуба Урсаки. Вот. Так. Зашла в Пятерочку. Я этот шла с больницы. Вот. Время в 9 у меня было УЗИ брюшной полости. Зашла, в общем, я за свеклой.
Вот она, свекла. И, как всегда, блин, у вас тоже так, я не знаю, это неадекватно. Постоянно что-нибудь наберу, оставляю по 1000 рублей там за один заход. Козинак взяла. Так, с кроликом и индейкой Брюса. Батон кунжутом, люблю кунжут. Я хочу сделать салат свекольный с чесноком. Телятина с индейкой и говядина и ягненок. Это все коту. Может, одну Максу дать. Так, здесь чеснок на салат. Думаю, этого хватит. И майонез. Там еще несколько штук. Это вот так вот. Здесь уже больше ничего интересного нет. Далее ей это газеты с Пятерочки. Так. Чупа-чупсы я себе взяла. Что-то на чупа-чупсы подсела. Потом... опять майонез попался. Взяла такие котлеты домашние. У меня зразы лежат. Я их на пару делаю. У меня же желудок болит. И вот это у нас, по-моему, мясо птицы, вода питьевая. В общем, у меня птички. Что там от птицы есть, вообще не знаю. Есть ли вообще что-то. Потом взяла себе боржоми. Желудок. То до сё. Так, взяла себе краску. Опять, очередной раз. Уже две. Это у меня средние русы. На свету. Вот. Вроде бы, кстати, это мой цвет волос. Настоящий. Но здесь прям совсем темный результат. Так, две. Потом еще одна казанака. И тут гора шоколада. Мы едем в этот Лаганаки. Мы должны поехать. Не знаю, как я по самочувствию буду. Я думала, с собой в дорогу взять. Это у нас миндаль и кокос. Черника и йогурт. Соленый миндаль и карамель. Вишня и миндаль. И малина и йогурт. Вот. Набрала. Муж упадет у меня. Вот, как-то так. Сегодня, кстати, вторник. Вторник. За 4, по-моему, марта. На улице у нас черти че. Снежок на травке. В общем, холодно, 0 градусов. В любом случае. Вчера было плюс 10. Видео, влог, и хочу с вами поделиться лекарствами, которые мне выписали врач. Это все мне там 2000 потратила. На все это все сейчас очень дорого стоит. Это просто кошмар. Кошмар того, что я все как болею, надоело. В общем, лор мне поставил диагноз тонзиллофарингит хронический, потому мне и мучил ком в горле, не могла ни глотать, ничего. Нету такой боли, как при ангине. Такой боли острой нету, но есть раздраженная, слизистая, да, чуть-чуть увеличена, видимо, миндалина, но я не знаю, там особо не тонзиллит, это вот миндалина, но, в общем, раздраженная и кашель сухой, поэтому есть фарингит, еще и тем более хронический, ну, наверное, бактериальный. Так, это витамин С купила с вкусом малины. Далее, дышать, вот такое средство, дыши масло, сезон простуд. Композиция натуральных эфирных масел. Видите, какая цена? Цена вообще просто бомба. Масла, которые сюда входят, это мятная, без ментола, эвкалиптовая, каепутовая, левоментол, винтергриновая, можжевеловая и гвоздичная. Взять я его взяла. Видите, можно наносить, значит, на ткани, на игрушки, ну, чтобы запах шел по квартире. Для композиции натуральных чистых эфирных масел растительного происхождения. Они обладают антисептическим, антибактериальным, бодрящим эффектом. И так далее. Вот описание. Способ применения. Ну, я буду пробовать. Вот можно на салфетку поверхности поместить рядом с собой для вдыхания аромата. На коже в местах пульсации. Но я это хотела на воду, да, нагревать. Картошку или без картошки. В общем,
Не знаю, что-то тут где-то не написано, что я его взяла. Ну, попробуем. Лоротадин. Лор мне выписал противоаллергическое. Потому что, возможно, какая-то еще с аллергией связана. У меня вообще хронический ринит, вы знаете, и поэтому такие таблетки мне держать надо. Зашибенное лекарство. Смотрите, какая цена у него. Исмиген. Это таблетки подъязычные. Здесь 7 мг иммуностимулирующее средство. Это лизаты бактерий. Препарат вроде бы второго поколения. Стоит дорого для меня. Вот вы видите, что здесь не фокусируется. Вот. Делает Италия. Вот. Это, говорят, мощный препарат. Это мне бактистатин. Ну, Линекс, да? Потому что антибиотики. Ну вот. Сейчас как раз еще ничего не пила, надо пить. Сам антибиотик. Кларитромицин. Цена тоже бомбовская. Видите, 500 рублей. Выписываю даже при пневмонии. Далее. Ну, вообще не к этой теме, но я купила еще такой крем. Аквакрем. Мгновенная матовость, цинк и экстракт эвкалипта. Выглядит все это так. Я еще им не пользовалась. Как бы вообще не до этого. Не хочется, никогда болеешь, ничего вообще делать. Ни маски, ничего. Ни кремами мазаться, ничего не хочется. Ну, вот. Это для лица. Флуифорт. Острые хронические бронхолегочные заболевания. Воняет шинами какими-то, когда его пьешь. Вот здесь вроде как апельсиновый сок. Это пакетики, гранулы. Где его цена? Цена тоже дорого. Ну, все подорожало. Я говорю, у меня есть АЦЦ дома. Может быть, АЦЦ подойдет. Но, в общем, она сказала, что АЦЦ это что-то другое. Но я почитала АЦЦ, почитала это. Все те же заболевания. Не знаю, почему она мне сказала купать это. А АЦЦ, она сказала, не подходит. И гель для интимной гигиены. Лактоцид. Это все, что сейчас самое дешевое в аптеке можно купить. Более-менее нормальное. Вот. Это вот, пожалуйста, для лечения. Для лечения, как его зовут? Фарингита. Ну, я, мне не выписывали, но я знаю, что еще купила себе биопарокс. Он хоть ком как-то сбивает. Выглядит все дело это вот так вот. Он тоже не дешевый. Вот она, насадка для взрослых. Сюда одевается. Это антибиотик, девочки, и поено. Но стоящий антибиотик. Антибиотик называется фузафунгин. Его цена, я не помню, сколько было. Вот, 500 рублей. Ну, и вы понимаете, вот так вот всегда. А это я еще не сходила к гастроэнтерологу. Ну, вот. Может быть, при гастроэнтерологе я сяду на диету. Все-таки она меня... Ну, я такой человек, если мне вот врач говорит, то тогда я сажусь. Я понимаю, что мне нужно садиться толком-то на диету, но тем не менее, все, какой-нибудь салатик, что-нибудь съем, бутерброд, да, ем. Желательно, конечно, есть вареное мясо, два раза переваренный бульон и кашки. Вот как-то так, вот так вот фарингит. Я просто в шоке, что мне поставили хронически уже, якобы запущенные. Но это вот вдыхание всякого табачного дыма, всякой химии вдыхания, вот это вот. Знаете, тоже вот это. И она все раздражает глотку, горло. И потому вот так оно и получается. Я думаю, вспомнила. У меня вот стоит водичка, да, которую я пью дома всегда. Хожу по дому и пью воду. Она всегда охлажденная была. Я никогда в своей жизни такую воду не пила. Это вот я стала жить с мужем и стала пить такую воду. Она всегда прохладная. Если вот она стоит у стены ночью, а бывает же, вот, ну, хочется попить рядом, да? Она как бы даже прохладная, да, такая, ну, холодная, в общем, да? И я вот думаю, что это тоже свой эффект дало, что я пила как бы охлажденную воду, потому и вот горло. Короче, девчульки, купила я себе такие лосины здесь эти, сзади молния такая, ткань такая, какая-то, я не знаю, вот. Яркий. Правда, все равно трусики просвечиваются. С туникой носить. И обувь себе купила. Ботинки.
Вот такие розовые. Правда, на размер больше, потому что не было моего размера. Но цена... Ой-ой-ой, все падает. Но цена была доступна, и я как бы думаю, пока... В общем, они одни были, поэтому одни остались, и я... В общем-то, 37-й, у меня там вообще 35-й. 35,5, вот так. 36-й иногда ношу. Ну, ничего страшного. Можно это. Здесь колготки тоже купила. И еще платок я покупала. Сейчас, где он тут? Вот такой вот розовый. Нежно-розовый. Люблю платки. Вообще фанатка платков. Очень красивый, тоненький. Ну, на сейчас, на сезон. Например, вот с кожаной курткой, да, вот классно бы смотрелся. В общем, все это дело смотрится вот так вот. Еще большеватый, вот воздух, вот проваливается. Ну ладно. О, господи, с этой стороны. Вот так вот. Мне кажется, замок будет криво у меня. Еще у меня покупки здесь есть. Нуга, молоко, тук. Нравится мне очень. Вкусный. Вкусный этим. Так, это на салат. Для тех, кто спрашивал, чем мы кормим хорька. Вот я, вот, например, сегодня купила. Это Пурина, да, как бы от Пурины. Для взрослых кошек. Ну, не там, для девочек, для мальчиков, я думаю, значения не имеет. То есть это вот самая бюджетная фигня. Так, в общем, ему надо более натуральное. Все-таки он хищник, ему надо, чтобы мясо там было. Здесь 750 грамм. Вот, 250 рублей. Вот за вот эту штуку я отдала. За вот этот корм.